Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости канала. Сегодня у нас очередная распаковочка, очередная посылочка с сайта AliExpress. Здесь механические часы. Не кварцевые, а механические. С доставкой из Москвы. Доставка очень быстрая. Прошло всего лишь 2 дня. И доставили эти часы 2 дня после заказа. Давайте вскроем и посмотрим. Есть доставка, конечно, и из Китая. Доставка iEmail, как видно здесь. Открываем без ножа. Так. Вот в такой коробочке. Хайкин. Часы Хайкин. Механические часы с автоподзаводом и с ручным заводом. Так, что мы здесь имеем? Тряпочка для протирки стекла. Вот такой буклетик с адресами ВКонтакте, в Фейсбуке и номер WhatsApp. Можем позвонить. Ну, в принципе, я с ним и так связывался. Так, вот мануал. Как видите, есть мануал и на русском языке. Это уже большой плюс. Ну, как я сказал, уже доставка из Москвы. Вот настройки все по моделям. И вот сами часики. Друзья, пупырочки открываем. Часы водонепроницаемые. Водонепроницаемость часов 3 бара, то есть до глубины 30 метров водонепроницаемость. Часы, как я уже сказал, механические. Сейчас требуют они ручного подзавода. Минимум 25 раз необходимо завести. Так, в дальнейшем они будут сами подзаводиться у нас. Или надо потрясти их, или когда будете на руке носить. Так, открывается тоже вот таким вот макаром. Так, в последнее время стали у них такие браслеты у часов китайских. Так, ширина браслета 22 миллиметра. Браслет из нержавеющей стали, корпус также из нержавеющей стали, стекло противоударное типа Hardlex. Вот, маятники ходят. Так, часы идут, пошли. Так, длина ремешка 22 сантиметра. Механические, классические часы, не требующие батареек никаких, а требующие просто носить их на руке. Так, сам корпус шириной, диаметр его 4 сантиметра. Часики красивые. Так, сейчас я их примерю, друзья. Браслет одевается вот таким вот способом. Ну ничего, нормально. Красиво смотрится. Маятники крутятся. Ходят, видите? Мне нравится. Мне вообще все нравятся часы. Мужикам часы очень нравятся. Это будет отличный подарок, если вы возьмете. Цена этих часов на данный момент 2800. Если вы сейчас положите в корзину и купите 11, начиная с 11 ноября, по большую распродажу, то цена будет намного меньше. Имеется несколько вариантов цвета, ремешков, различного вида циферблаты различного цвета и различного цвета сам корпус.
Так что на выбор есть несколько вариантов. Ну, ссылочку я на них оставлю под видео. Может быть, кому-то будет и интересно. Пройдете по ссылочке и посмотрите. Снимок. Расстегивается вот таким вот образом. Быстро. Быстро съемный ремешок. Также быстро все застегивается. Вот такие классные часики, друзья. Вот этот циферблат дни недели слева. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Справа день месяц. Число, короче. Часы полностью автоматические. Если вы их носите каждый день, то они не требуют ежедневной подзаводки. Но максимум можно их подзавести раз в неделю. А так они заряжаются, подзаводятся автоматически. Часы Хайкин. Такие увесистые. Но мне нравятся. В принципе, я оставляю их себе. Вы, наверное, много видели обзоров. Кто-то много видел, наверное, обзоры на часы. Много распаковок было, много у меня было часов. Но все почти часы я раздавил. Осталось совсем немного. Но эти часы я оставлю себе. Это будет отличным подарком, если вы возьмете для вашего мужа, возлюбленного и так далее. Часы классные. Вообще мужчине надо иметь несколько часов на выход, повседневные, ну и так далее. Ну вот, друзья, на этом, пожалуй, и все. Кому понравились часики, ссылочка будет под видео. Отличный вот такой подарок будет для мужика. Мне они нравятся. Часы классные. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Буду рад каждому новому подписчику. Всего вам доброго, до свидания. Пока. Часы классные.